не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. После тяжелой болезни ушла из жизни народный врач Тувы, заслуженный врач Российской Федерации Наталья Вениаминовна Беспалова. Она родилась и выросла в поселке Хавааксе Чедыхольского района. После окончания Томского государственного мединститута начала работать в республиканской больнице номер один. И с тех пор ее деятельность в здравоохранении в течение почти 40 лет была связана с этим лечебным учреждением. Пройдя интернатуру по хирургии, постоянно повышая свою квалификацию, она фактически стала одним из основателей детской хирургии в Туве. С момента открытия в резбольнице номер один отделения детской хирургии в 1987 году она более 20 лет была его бессменным руководителем. В этом отделении ежегодно получают лечение более 1000 детей, выполняются сотни необходимых операций. Именно Наталья Беспалова впервые в Туве освоила и внедрила хирургические операции по детской урологии, онкологии, травме органов брюшной полости и груди, сложнейшие операции по исправлению врожденных аномалий и недоразвитых органов. Ею была воспитана целая плеяда детских хирургов, которые трудятся не только в республике, но и за ее пределами. Сейчас вижу, что к нам в больницу пришла та молодежь, которая интересуется и преданы будут, надеемся, своей профессии. Они креативны, у них хороший подход к больным, у них хорошие знания, они стремятся их получить, они спрашивают, они интересуются. Сегодняшние знания и наш опыт, они дают хороший результат. С 1984 года Наталья Беспалова работала главным внештатным детским хирургом Тувы. За этот период внесла значительный вклад в развитие детской хирургической службы. В 2010 году была приглашена на работу в Минздрав Республики. Занимая пост первого заместителя министра, способствовала оснащению больницы современным оборудованием, внедрению новых технологий, что позволило открыть в больнице региональный сосудистый центр, травматологический центр первого уровня и начать оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В 2013 году Наталья Вениаминовна возвратилась в коллектив республиканской больницы номер один, где занимала должности заместителя главного врача по организационно-методической работе и по медицинской части. Она была широко известна и своей общественной деятельностью. За добросовестный труд в системе здравоохранения Наталья Беспалова неоднократно поощрялась руководством больницы, награждалась республиканскими и федеральными наградами. Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», присвоено почетное звание «Народный врач Республики Тыва», а в 2017 году почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Светлая память о Наталье Вениаминовне Беспаловой навсегда останется в сердцах земляков примером преданности выбранной профессии и примером служения людям. А давайте соберем вот эти все куклы, разберемся на четыре, разделимся на четыре команды и соберем эти пазлы. Собрать пазлы, порисовать, поиграть в настольные и подвижные игры. Так проходит летний отдых ребятишек из социальной категории в школьном лагере «Челейш» на базе Центра социальной помощи семье и детям села Устелегест Кызылского района. Занятия здесь начинаются с самого утра. Психологи и педагоги проводят для ребят интерактивные игры и тренинги. Даже знакомства проходят в игровой форме. Первостепенная задача – это создать максимально комфортную атмосферу для каждого ребенка. Здесь стараемся нашим детям привить те навыки, которые не были привиты дома. Даже санитарно-гигиенические навыки, трудовые навыки мы стараемся. Мы им отдаем, как наши сотрудники, которые все тепло, душевность, заботу наших данных детей. Устелегестинский центр социальной помощи семье и детям был открыт 18 лет назад. Сюда прибывают дети, которые оказались в социально опасном положении и органами опеки были изъяты из семей. Мы стараемся, чтобы как можно было меньше таких семей подотчетных, таких семей неблагополучных семей, родителей, которые бросают своих детей. Мы это стараемся. Для этого что мы делаем? Выходим на эти семьи, выходим на субъекты профилактики, выходим на администрацию тех СУМОНов, с которого они приехали.
и стараемся, чтобы они как-то побыстрее начали действовать, чтобы забрать детей отсюда. Конечно, детям здесь лучше, чем в некоторых семьях, но все-таки семья есть семья. Всего в отделении временного проживания числится 18 детей от 3 до 17 лет со всего Кызылского района. Самая большая проблема у нас – это пьянство. Пьянство родителей. То есть мы с ними боремся и с привлечением психологов, и различных социальных служб. То есть и, ну, совместно с всеми субъектами профилактики мы отрабатываем с данными семьями. То есть по адресности. Вот. Ну, ежегодно, да, ну… Нечего скрывать, то есть у нас не уменьшение идет, а увеличение идет. Сама идея создать такой лагерь дневного пребывания назрела уже давно. Ведь все воспитанники – ребята из семей, находящихся в сложном материальном и социальном положении, а также подростки, состоящие на профилактическом учете. Усилиями полиции, районных властей и соцработников эти планы удалось воплотить в жизнь в 2015 году. Это делали все мои дети своими руками. Вот даже тут участвовали, например, вот Лебеди делал мальчик Мангуш Аким, мальчик. И вот самый такой у нас отъявленный парень тоже сидел, сам себе придумал и вывел. Вот, говорит, моя всегда, как приходит к нам гости, вот моя работа. Он такой же рисунок сделал, только мы на выставку ездили, купили у них. Это называется работа из-за нить. Тоже вот мальчики делали. Вот они сейчас их уже по домам увезли. Ну, у них работа осталась у нас. Все, что мы видим в этой комнате, сделано руками воспитанников центра. Со слов соцработников, через творчество замкнутые дети раскрываются. Начинают рассказывать о себе, о чувствах и переживаниях. Происходит диалог. Агрессивные дети приходят сюда. Вот, например, с кем-то или вот с родителями позвонили родителям, и у них уже настроение плохое, да, и они приходят, даже вот Пашки, можно к вам в кабинет? Я говорю, у вас всегда открыт кабинет. Они приходят, тут вот успокаиваются. Я специально сразу даю, потому что у них вот когда вот работают, да, у них мелкая моторика развивается и успокаивает. Самое главное, вот агрессивность у них уже снижается. Лилиане Мангуш 13 лет, девочка из многодетной семьи. Лагерь Челеш посещает только второй год, но уже стала положительным примером для младших. Например, сегодня Лилиана проводит мастер-класс по плетению кос. Я не умела заплетать косы, и меня тут научили. Теперь я младших учу. Когда я вырасту, я хочу стать врачом, потому что у меня братик болеет. У Лилианы очень, она творческий человек, лидер. Она, да, лидер у нас. И очень много помогает своим воспитателям, вожатым. Она умеет организовать, сплотить вокруг себя детей. И очень даже хорошие руководители, может быть. Ребята за время пребывания в детском лагере получат массу положительных эмоций, много полезных и практических знаний. Туву заинтересовал томский опыт в сфере заготовки и переработки дикоросов. Делегацию из Тувы возглавляет замминистра экономики республики. Также в составе представителей 14 компаний-заготовителей дикоросов и бизнес-инкубатора республики. Гости посетят заготовительные пункты в районах Томской области, предприятия глубокой переработки, обсудят проблемы, связанные с прогнозированием урожайности и сертификацией готовой продукции, а также возможности сотрудничества регионов в сферах заготовки и переработки дикоросов. Как отмечают в Минэкономике Тувы, поездка проводится во взаимодействии с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», которую возглавляет глава Тувы Шалбан Караул. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 64 рубля 41 копейка, евро 72 рубля 67 копеек. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные, займы до зарплаты.
Накануне стали известны результаты по первым сданным ЕГЭ, в частности, по литературе. Сразу два выпускника получили 100 баллов. Это Татьяна Долгова, учащаяся Государственного лицея Тувы по литературе, и Святослав Покаянов, кадет Кызылского президентского кадетского училища по математике. 97 баллов по литературе получила Ролман Середар. По математике совсем чуть-чуть не дотянули до 100 баллов Саидбулак Кашкарол, КПКУ, Дамажай Шоюнзун, также из Кызылского президентского кадетского детского училища, и Сылдыз Кюжугет, Государственный лицей. Детский сад номер 24 города Кызыла стал победителем всероссийского смотра конкурса «Образцовый детский сад» за 2018-2019 годы, который проводился Управлением целевых программ развития дошкольного образования Межрегионального центра качества и инноваций с 8 ноября прошлого года по 15 марта текущего в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. Всероссийский смотр конкурс «Образцовый детский сад» 2018-2019 проводился с целью выяснить, какие дошкольные учреждения в России лучшие и перенять их опыт. Всего участвовало около 100 тысяч детских садов со всей России. В Туве вовсю идет подготовка к 20-му юбилейному фестивалю живой музыки и веры Устюхюре. Как сообщает на сайте форума Оргкомитет, фестиваль пройдет с 4 по 8 июля в городе Чадан Зунхемчского района, традиционно в походно-полевых условиях. Известно, что помимо разнообразия музыкальных жанров, зрители ждут состязания борцов, хуришистов и лучников. Напомним, международный фестиваль живой музыки и веры Устюхюре проводится с 1999 года. Программа фестиваля состоит из двух смысловых понятий – живой музыки и живой веры. Живая музыка – это концертная программа, состоящая из блоков, в которых участвуют коллективы разных жанров и стилевых направлений, проходящая на конкурсной основе, где жюри выявляет лучших для участия в гала-концерте. Живая вера – это возрождение духовности и буддизма. В рамках фестиваля проводится карнавальное шествие цам в духе буддийской мистерии с посещением чаданских храмов Алды-Хюре и Юсты-Хюре. И традиционно фестиваль открывается красочным ритуалом, шествием по улицам города, участниками которого становятся все – артисты и зрители. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Днем порывы до 12. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 22, плюс 24.